Доброе утро, мы приехали, мы едем, в общем, обратно, возвращаемся в Килиманджаро и заехали покушать. Смотрите, какие красивые они стоят в белой форме. Я даже не знаю, чем занимаются эти студенты. Может, они практики какие-то, может быть, школьники старшие, не знаю. Но выглядит прямо очень супер. Они все такие беленькие, нарядненькие, красивенькие. Так, ну, идем мы куда-то в кафе кушать. Тут такой ров. Завтракать, да. Потому что... Выехали 6 утра. Ага. 6 утра выехали. Просто мы сейчас идем по улице, Карен, тебя не сильно слышно. Ветер еще у нас. Ой. Тук-и-тук. Поэтому все слова Карена я вам повторяю. Так, ну что? Ты пока тут, ага. Я пойду погляжу. Ну, типичное кафе в Африке. Потому что я была в Кении, когда там был в городе Вой. Мы останавливались тоже. Вот подобное, да, кафе. Тут, видимо, какая-то VIP-зона, наверное. Так. Помыть ручки. Картинки всякие висят. И вот еще одна VIP-зона. Вот еще VIP-зона. Прям с фонариками с какими-то там. Вот это, наверное, супер VIP-зона. Отдельно. Тут даже отдельное меню у них есть. Повешено. Вот супчик есть. Ой, супчики у них шибко мне нравятся, супчики-то. Да, смотрите сразу по ценам. Так, значит, я сейчас объясню. А то, что 10 тысяч шиллингов, это на наши 350 рублей. Вот, и смотрите цены. Как бы... Чай, да, понял. А, и еще плюс чай. И 10 тысяч будет. А если какой чай будешь? Масала? Масалу буду. Ага. Масала. Масала. Ага. Масалати. Причем я только сейчас узнала, сегодня. О, нет, вчера. Вчера мы узнали, да, о том, что по Сухаиле чай тоже чай. А я им говорю ти, они такие, что ты типа говоришь? Так, а что тут? Это что? Блинчики? Мяско? Что? А там что такое? Выбирай, говорит, что будешь кушать. Так, ну сейчас мы выберем. Слушайте, ну смеюсь от всей души, заказала чикен суп. Не, вы принесли, сейчас я вам его покажу. Снова смотреть чикен суп. Ты-дын! Вот так вот. И не базарят прямо. Карену тоже принесли. Ты-дын! Чикен суп! Я прям ржу не могу, блин. Ты-дын! Такая нога. Сиди и жуй. Ну все, сейчас садимся дальше кушать. Чикенный суп, это уже Стиву принесли, вот тоже. А Карен, оказывается, заказал не куриный суп. Я боюсь представить, что ему принесут. Он заказал с говядиной. Сейчас принесут пляшку коровы. А яички, смотрите, какие. Белка мало, а желток большой такой.
И оказалось, вот, ну, мы же с ребятами разговариваем, там, как наши слова называются, как их. Вот по-нашему, ну, по-русски, это яйцо, а на сухаиле яйцо, яй, яй, похоже. Представляете? Че, макарену принесли, не оправдали бы их надежды, я ждала тут ногу коровы, но ноги не оказалось. Приятного аппетита всем. Ем с Кареном, кушаем, а люди такие идут, все красивые. И как-то хочется вот так вот поставить камеру, снимать, ну, чтобы не вызывать подозрений. Ну, не кушаем, мы уже чай пьем на улице. Масалу. Масалу, чай масала. Вот чтобы, а вы глядите, а я вот так вот сделаю, как будто я просто телефон держу и делаю селфи, как будто я вот такая вот русская туристка, которая, ой, а вы глядите на людей. Вон дяденька идет с тележкой. Сейчас дойдет до кадра. Угу. Видали? Всякое место у него там. Девочки пришли, два мальчика пришли. А вон идут два, видимо, две звезды района. Очень красивые люди, очень интересные. Прямо каждого хочется рассматривать. Но я понимаю, что это, ну, блин, очень как-то дико смотрится, когда смотришь во все глаза на человека, и он думает, что ты какая-то, ну, ненормальная. Но они, правда, красивые по себе люди. Их манера даже вот одежды, манера поведения, походки. Вообще прямо... Это, видимо, семья такая большая, да? Жена первая, жена вторая. И детишки. Тут еще мусульмане, как бы, ну, открыто снимать вообще нельзя ни в коем случае. Допила чай. Пойду. Пойду, как будто я разговариваю по телефону на видеосвязи, чтобы не привлекать общего внимания. Тут вещи продают. Всякие разные тряпочки. Там что, авокадо, ананас, арбуз? Арбуз, лимон называется. Ага, апельсин, бананы. Эй, карибу вас. Карибу сан. В общем, вся та экзотика, которая у них просто вот так на улице продается, у нас стоит баснословных денег каких-то. Я курилку забрала. Детки кушают. Вот те девочки ушли в белом и пришли
Мальчики в синем. Это как-то, видимо, типа школьная столовая, может быть. Да? Женщина вот с такой штукой на голове. Видели как? Все, меня заметили, что я снимаю. Надо прятаться в машину. Что-то покажешь. Да. А, орехи. Орехи. Арахис. Да. How much? Орехи. Тысяча. One, zero, zero, zero. Yeah? Что, купить одно? Давай. Yes? Yes, yes, yes. Как она радуется. Красивая такая она. Beautiful. You beautiful. Она не понимает. Nice. Зури, зури, зури. Зури, зури. Как радуется, что мы покупаем орехи. Вон чеплашечка. Орешка. Ага. 1000 рублей. Ой, спасибо. 35 рублей. А ты дал ей денежки? Асанта. Асанта сама. Бай. Так обрадовалась. Не понимает по-английски. Только сухаили, видимо. Все? Мы вот остановились. Ребята там куда-то пошли. Мы сидим в машине и смотрим. Женщина в паранже смотрит новую паранжу. Ну да, вот у них вещи почему-то в основном лежат на улице, на полу. Бати этот тапочки сняла и босиком. Ну, она тапочки сняла и босиком пошла там вот все смотреть. Угу. Помогает ей. Может, она не выбирает, а считает? Выбирает. Ой, как ей жарко. Вообще бедная женщина. Не выбрала ничего, да. Нет, говорит, ничего не надо. Пойду, говорит, сюда посмотрю. Ну, смотри, открытые платья-то смотрит. Ну, видимо, не всегда в паранже ходит, либо дома. Да, да. Иди сюда, бой. What's your name? What's your name? Miss Kak? Nesua? What is your name? Nesua. Nesua? Yes, my Nesua. Surprise. На Nesua. Там еще мальчик подошел. Чуя. Чуя. Мы двери-то открыть не можем. Нас закрыли. Нас закрыли. А? О. Чуя. Сань. А свитер-то порванный. Вот, да.
разбойник. Ну, нас выпустили. Я заприметила вот этот вот халатик. Какой он, а? Это платье. Или халат, непонятно. Ну, шибко нарядно. С блёстками. Вот это мне нравится, халатик. Это платьишко такое, ну, я такое точно не... Он единственное, что... Нет. Иду, пошарюсь. Ой, извините меня, пожалуйста. Что там есть? Что там есть? А? Да. Да-да-да, закрыл он. Что, дальше пройдем? Велики чинит. Смотри. Починка велосипедов. Посуда. Главное, с полиэтиленом борются, да? А пластика, вот прямо целая разноцветная горка. Сумки всякие. Матрасы. Целая гора матрасов. А? Шали? А где ты их видишь? Нас не потеряют? Сумки. А, Парео. Такие я тут разбирал. Угу. Ты мне одну дарил такую, да. И причем точно такую же, какую я себе в Кении купила. Да? Да. Ой, Таня бы сейчас... Да ты что, наоборот, круто. Таня бы сейчас вот от этих тряпочек вообще с ума сошла. Вот черная тряпочка, шибко ей вот такая понравится. О, какие! Ага, жирафы. Красивая вот эта вот. Ага. Так, ну-ка, может, правда мне Танечке тогда купить тряпочку вот такую? How much? Шибко ей понравится. Помните, перед поездкой говорили про бисер? Вот он для чего. Видите, вот они собирают такие бусики из бисера. Это как бы очень дорого. Бисеринки. Всякие разные. Рибу. Рибу? Санте. Ой. Bye. Bye. Welcome, Jay. Так, пойдем обратно, то нас потеряют. О, Господи, взял. Ой, спасибо, извиняюсь. О, Господи, да что такое? Я извиняюсь. А, всякие чашки, ложки, мисс. Надо показать, что... Пошли. Видите, обувь вот так вот на улице прямо продается, на полу. Все другое, все по-другому, по-интересному. Ну, надо что-то зашить, вот тут рельефом стоит. Просто швейная машинка, вот наверх. Строительные магазины какие-то. Вот
ателье, пожалуйста. У меня тоже шили. Да? В прошлый раз я себе этот кофточку зашил, ага, прямо на улице. Ой, дяденька закрывается. Не снимаю я вас, ладно. Вот там вот хочешь салон красоты. Нашел себе что-то. Накрасивил. В общем, жить можно. Вместо такси вот эти тук-туки. Ну и такси ходят. И туки-туки, и байки тоже ездят, как такси. Тут банк есть, пожалуйста. Вот они, скалы-то опять пошли. Видали, какая красота? Ой, вообще, прямо картина. Ой, картина. Красота. Ну, вот мы выезжаем из этого города. И наш путь продолжается дальше. Нас остановили. Сейчас заглянем. Это коровка. Пока нас остановили. Какая красота с другой-то стороны. Ой-ой-ой-ой. И подсолнухи тут стоят. И арбузов целая это. Ай-яй-яй. А, чего-то у нас это, да? Да. На, поближе покажи туда. Облачко-то как будто на это, на горке прямо так оно. Ой, сейчас подожди. Смотрите, как ватка. Ой, да будь здоров, будь счастлив. Расти большой. Ой, сейчас надо выключить. Вот еще на заправке. Смотрите, как рынок какой-то здесь у них, дорогу взорвали, ну, в смысле, это, содрали этот, покрытие. И, видимо, прокладывают новую трассу. Гора это вообще тут стоит уже. Боже, какая красота. Так, и дождик начал прикрапывать. Смотрите, помидоры растут, цветут буйным цветом. Маленькие вон помидорки. Швабру воткни, она прорастет. Видите? Хорошо. Какие бычки-то? С горбом. Да, с горбанами, хотела сказать. С горбом. Вот едем еще. Надеюсь, что скоро уже доедем. А вот там очень красиво. Вид такой, как будто на Бали. Особенно вот так.